Здравствуйте, уважаемые зрители, продолжаем Radio Sex. Мы остановились на этом моменте, не знаю, куда мы вылезли. И куда нам туда куда-то надо. Пока на радаре. Никого я не вижу. Или пистолет. Ничего нет, мусори. Ага, вот кто-то на радаре появился. Вылезти на балкон. О, нельзя. Так, ну это в соседней комнате вообще-то. В смысле, вообще в соседней квартире. Туда попасть через эту мы явно никак не сможем. Нужно идти куда-то сюда. Противника. Все перерыто. Так, что он двери не прислоняется? Ага. Готика. Так, а куда бы нас вывело? Вот это. Не открыл через пожар целый. Вот. Так. Те стоят, пока не оборачиваются. Возможно, они так и будут стоять все время. Ну, если это так, то можно убрать вот этого. Они просто ходят вдоль. Когда я уже готова. Так. Вопрос, когда ты пойдешь в эту сторону. Можно по ее. Получим дополнительное достижение снайпера. Так, ну вроде все. В плане больше тут никого нет. Хотя был же четвертый на радаре. Видимо, где-нибудь. Там, ага, их там даже двое. Пока туда не пойдем. Еще что за дверь? Что-то
все горит-то? Так, как туда попасть? Вирусная программа. Нехилый такой сервер тут. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут. Ага, взламывать надо. А, тоже первый уровень, а это мы легко взломаем. Так-с. Обширно. Access granted. Зал был автоматически сохранен. Так. Быстро отсюда. Ничего не понятно. Малик, свяжись с Причардом. Передай ему, что хакер, который нас ломал, известен под именем Мельник. На самом деле его зовут Ари Ван Брюген. Белл Тауэр пытается его арестовать. Арестовать? Или избавиться от него? Ну, так или иначе, он сообразил, что за ним пришли и сбежал. Нужно его найти. Рядом с местом, где я тебя выбросила, есть ночной клуб под названием Улей. Местечко очень известное в определенных кругах. Если этот голландец в бегах, он явно окажется там. Надо пообщаться с владельцем. Понятно. Палевно стрелять. Че, вы так и будете стоять реально вдвоем? Вот давайте так. Так, тут больше ничего нет. Интересно, если использовать против них вот эту гранату. Бля, чё-то мне недостаточно энергии. Готово. Да что я их таскаю и не использую эти гранаты. Ой. Тебе дополнительный укол. Ты что такое? Тащи еще уже. Для прикола на лифте. Дженсен, я думаю, пока ты не вломился в клуб, тебе надо знать следующее. Владельца зовут Тонг Сихунг. Тонг — это фамилия. Ходят слухи, что он связан с триадами. Китайские мафиози. Какая прелесть. Еще кто-нибудь хочет этот кусочек пирога? Китайские мафиози.
попали через крышу, понятно. Я думаю, через крышу нам самое оно уходить. Сейчас только надо проверить, не было ли тут чего-нибудь, каких-нибудь кор... Нет. Там явно ничего нет, а вот они явно недружелюбно настроены. Давайте выйдем так через крышу. Вот, кстати, даже... Ага, то что надо. Чем можно спрыгнуть и не париться? Ну давайте разберемся с ним. Так, ну что ж, раз уж тут... Погнали. Раз уж тут нам больше ловить нечего, то надо отправляться к этим триадам. В этот улей. Так, одну секундочку, извиняюсь. Так, продолжаем. Так, пора нам возвращаться. Можно сначала заглянуть и к Мэй, в принципе. Сдать ей квест. Может, она еще что подкинет. Так, да Мэй нам даже ближе показывает указатель, чем до этого. Так. А, да, точно, мы можем зайти здесь. Отлично, как раз продам эту систему сейчас. У меня есть то, что тебе надо. У меня есть то, что тебе надо. Сейчас, где она? О, 850, нормально. У нас с этим продавать, честно, не будем. Так, из боеприпасов только то, что надо. Из этого я не думаю, что стоит что-то продавать. Видите? Да, ничего не... Благодарю. Надо. Приходи снова. Может быть, приду. Так, Мэй там была где-то наверху совсем. И даже на четвертом, по-моему. Да. Ну, все. Вы закончили с Чанем? С Чанем все готово. Он мертв. Все решат, что это было самоубийство. Больше тебе ничего знать не надо. Я рада это слышать. Смерть не из тех вещей, к которым можно легкомысленно относиться. Но его смерть меня не огорчает. Спасибо вам. Рад, что смог помочь. Вы нас спасли, мистер Дженсен. Деньги не могут выразить всей благодарности. Но вот ваша оплата, как мы и договаривались. Я надеюсь, она вас устраивает. 2000? Ну, устраивает. Мистер Дженсен, вы спасли не только так. меня, но и всех девушек здесь. Ну-ка. С жульничаем, я думаю, при помощи своей системы. Давай. Как же мне это нравится. Так, улей куда-то туда показывается. Ага, вот. Так, у него были как нормальные способы попасть, так я помню, где-то здесь и... Меня пустят. Рад вас снова видеть, сэр. Проходите. Снова? Я здесь еще не был.
Обратитесь к бармену, давайте обратимся. Да, Белл Тауэр. Они тут за полицией. Ты шутишь. Кабинет хозяина самого популярного хенча-клуба находится в старом вонючем подвале. Господин Дон помнит. Диджей? За защитным стеклом, небось, пули непробиваемые. Так вот, вижу. Так, давайте с барменом поговорим. Чем могу помочь? Давай про Тонга спросим. Я ищу Тонга. А, все ищут Тонга. Загляните в вип-зал выше этажом. Ладно. Четвертый у меня прокачан, но пока что там валяется. Опа. Ой. А вот, по-моему, тот самый код доступа. Зайдем без палева в женский. Я не посмотрел. Это выход, видимо, на улицу. Я думал, это просто система вентиляции. Ну да, мы могли войти, короче говоря, еще вот здесь. Если кто не помнит. Так, давай обратно. Не вижу смысла, правда, так пробираться. Нас спокойно пустили. Хотя, возможно, меня пустили из-за того, что я тогда нашел эту карточку члена этого клуба Улей. Я помню, где-то в каком-то из номеров я ее стащил. 4, 1, 5. Пока мы туда не пойдем, пойдем наверх. А, черт! Он пропал. Мой карманный секретарь. Дой. На его зая. Зинкой дедонши. Выписки. Да, конечно. Сейчас кругом прибыли, все развлекаются со своими новыми. А... Зачем я ее набираю? Ладно, давайте глотнем. От пива так сильно мы не поплывем. Спросить наверху. Пятый уровень. Еще и водка тут. С вами. Работаете здесь? Да. Можно и так сказать. Отлично. Мне нужно видеть ваше начальство. Серьезно? Ну, прошу прощения, Лоувай, но сегодня Тонг-Сихунг никого не принимает. Послушайте, я не для того пересек полмира, чтобы услышать отказ. Сделайте одолжение нам обоим. Скажите, где он? Или что? Вы сойдете с ума от ярости и начнете крушить стены с этими вашими железками. Это место не зря назвали ульем. Тысячи, тысячи рабочих пчел появятся со всех сторон, чтобы остановить вас. И чего вы хотите от господина Тонга? Я ищу человека по имени Ари Ван Брюген. Он специалист по кибербезопасности. Вы его знаете? В первый раз слышу. А что он натворил? Девицу отбил? Или деньги украл? Он не справился со своей работой и теперь скрывается от тех, кто нанял его. Наверняка вы уже все знаете. У господина Тонга работают далеко не дураки. И это первое место, куда человек вроде Ван Брюгена побежит за помощью. Так что хватит зря тратить мое время. Просто отведите меня к Тонгу. Все наоборот, юноша. Это вы зря тратите мое время. Ван Брюген — мелкая сошка. Тонг знает, кто он. Просто ему плевать. Он беспокоится о вещах поважнее. Mm.
Давайте предложим объединить данные. Люди, преследующие Ван Брюгена, ищут его по всему миру. И если даже они до сих пор его не нашли, что уж говорить о Тонге. Я могу помочь вам, но только если мы объединим наши данные. Не пытайтесь перехитрить хитреца. Ван Брюген — единственная добыча в этом городе. Вы это знаете, я это знаю. Конечно, Тонг тоже это знает. Все, что вы можете сказать, нам уже известно. Это наше дело, дело Хэнша. Никаких чужаков. Считайте, что вам повезло. Вы иностранец и не знаете, как играть на нашей площадке. Так, окей. Нужно срочно активировать феромоны. Так, умиротворение. Видите вон того телохранителя? Если вам так нравится издеваться над чужеземцами, получше тренируйте своих людей. В нем все кричит о том, кто вы такой, господин Тонг. А теперь нам, пожалуй, стоит уединиться, если, конечно, вы не хотите, чтобы все узнали о ваших секретах. Ладно, ладно. Встретимся у меня в кабинете. Внизу, в подвале. Мальчики проводят вас. Так ты и был господином Тонгом. Вообще, у меня была такая мысль. Так, кто меня проводит? Ломать всех на глазах я не буду. Пошли вниз. Собственно, я и так знаю пароль. Ладно, сколько уже можно этот алкоголь? А то выбрасывать так придется. Мне не нужен так сильно. Пятый уровень безопасности. Пока ведь никто не палит пока. Давай. Хе. Закрались к диджею. А, вот это была дверь. Пароль от сейфа мы узнали. Ну ладно. Надо найти сейф теперь. Живой. Что это? Повышение скорострельности. Отлично. Камеры. Да, у меня здесь все настроено невраждебно, судя по радару, уже зелененьким все отмечено. Канализация. А, ну да. Мы могли еще зайти со стороны канализации. Но тогда бы, я думаю, как раз все было бы враждебно к нам. Опа.
тот самый сейф. Отлично. Вопросы. Так, вы меня не спалите, что я тут буду? Я сейчас сохранился. Access grant. Собственно, отключить можно все камеры. А здесь что? А, тут первый уровень, это легко. Опа. Я хочу получить бонусы. Придется использовать. Access grant. Так, какая-то встреча была с неким чунем. Из Монголии. Короче, подпольные бои, небось. Так. Ладно, пойдемте уже поговорим с Тонгом, а то он заждался. Где он там был? Прежде чем говорить, я заберу, что тут есть. Так, давай поговорим. Так вот, теперь мы можем поговорить с глазу на глаз. Не хотите рассказать мне, на кого работаете? Тогда я подумаю, что вам ответить насчет Ван Дрюгена. Вам название Шариф Индастриес ничего не говорит? Шариф? Это же та американская компания. О ней давно еще все газеты писали. Она все еще существует. А почему нет? Смотрите новости почаще. В последнее время в биотехе куча компаний развалилась. Особенно производители модификаций. Ван Брюген Веллис Гарден. Капсула 301. Дыра страшная, но бывает очень полезной. Досмотрите, оставьте его в том же состоянии, в каком найдете. А если нет? Смотрите сами. Уверен, ваши импланты будут неплохо смотреться на ком-нибудь еще. Ну что ж... Вот мы узнали местонахождение этого чувака. Малик, я в Улье. Ты была права. Тонг помогает Ван Брюгену. Он спрятал его где-то в Элис Гарден. Так и думала. Хакер, который умеет обходить корпоративную защиту, будет для Триад ценным кадром. Я как раз неподалеку, Дженсен. Мне вмешаться? Нет, не рискуй зря. Сейчас туда направляюсь. Ничего себе устройство. Уже уходишь, крутой парень? Как видишь, тебе стоит прогуляться до бара и заказать выпивку. Тебе. Возможно, у Бобби найдется кое-что для тебя. Бобби? Это бармен. Ну, то есть настоящий бармен. Все вы одинаковые, ладно. Спасибо.
Спасибо. Возможно, я этим воспользуюсь. Не забудь. Да, почему бы нет? Задание все какое-то, но... Какую отраву предпочитаете? Отраву под названием «Работа». Похоже, у Тонга тут дела идут неплохо. Ищешь работу? Кому-нибудь подозрительному могут не понравиться твои вопросы. У кого-нибудь подозрительного может возникнуть вопрос, что за работу такую предлагают первому встречному. Ну ладно. Что ты предлагаешь? Есть проблема, которую нужно решить. Только вот никого из старых знакомых под рукой нету. Это связано с женщиной. Она должна Тонгу денег. Вытянуть их из нее будет... непросто. Работа грязная, зато платят хорошо. Интересно? Расскажи, в чем дело. Я слушаю. Вот это уже лучше. Эта женщина, Джая, она брокер. В Хэнша конкуренция серьезная, если нет достойных способностей. В общем, дела у нее шли так себе, и мы ее выручили. Достали ей чип обновления для социальной модификации, чтобы она лучше понимала желания клиентов. Теперь пора платить, а она отказывается. То есть ты хочешь, чтобы я забрал деньги? Да, да, но не так все просто. Девочка эта спряталась и думает, что мы ее не найдем. Но с собой она взяла компьютер и телефон, чтобы продолжать работать. Не очень умно. У вас наверняка есть способ их отследить. У нас нет. Но мы знаем того, у кого есть. Тут-то нам и нужен ты. Парни из Bell Tower соорудили в городе систему наблюдения. Сеть из антенн. Ты должен взломать ее. 3 узлов будет достаточно, чтобы получить доступ к базе данных и вычислить положение Джаи. И тогда я заберу ваши деньги. Точно так. Первая антенна на крыше 4-этажного здания в районе Ючао. Я полагаю, среди твоего железа найдутся инфолинк и блок следопыт. Я загружу тебе координаты и свяжусь с тобой, когда ты закончишь взлом. Окей. Что ж. Я думаю, даже, наверное, стоит пройтись по вне основного квеста. Кто знает, что там случится, когда мы найдем этого хакера. Там все что угодно может быть. Я уж думаю, вряд ли он будет с нами на самом деле общаться легко. Еще убежать попробуем. Поэтому я думаю, мы пойдем займемся этими антеннами, чтобы выполнить все побочные для начала задания. Вот, но это, я думаю, мы сделаем уже в следующей серии. А на этом мы завершим. Спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся. Пока-пока-пока.